Беларуси с 15 февраля вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19». Также в тестовом режиме запускается единая автоматизированная информационная система. В это время документы будут выдавать бесплатно. Планируется, что к 1 апреля программа заработает по всей стране. В четверг в Беларуси пройдет электронная ярмарка вакансий. Соискатели смогут в режиме реального времени ознакомиться с должностями, а их 300, направить резюме, получить консультацию и приглашение на собеседование. Актуальные предложения будут перенесены в Общереспубликанский банк вакансий на портале Государственной службы занятости. Белорусская коллегия адвокатов создала бесплатное мобильное приложение для смартфонов на операционной системе Android. Оно доступно для скачивания в магазине приложений Google Play. Платформа поможет сделать юридическую помощь максимально доступной для пользователей, упростит процесс поиска и общения с адвокатом. В Бобруйске горел заброшенный дом. ЧП произошло около часа ночи на Свердлова. Со слов соседей, внутри мог находиться человек. Худшие опасения подтвердились. На полу в горящей комнате без признаков жизни спасатели обнаружили человека, личность которого устанавливается. МЧС запускает конкурс на лучший проект граффити. Для участников нет ограничений по возрасту. Работа может быть выполнена как вручную, так и в графическом редакторе. Формат А3. Принимать заявки будут с 21 по 23 февраля по адресу переулок Пожарный, 3.